разберем вместе с вами, покажу, что купила. Взяла два хлеба, потому что у нас очень быстро заканчивается. Ну, вообще, я зашла за хлебом и молоком. Вот, но мне обошлось. Это я взяла себе на завтрак две булочки, кусочек сыра. Очень захотелось грудинки, взяла тоже небольшой кусочек грудинки. Творожную массу мою с изюмом, которую я очень люблю, давно ее не ела, прям соскучилась. Вот. Взяла два огурца. Те огурцы, которые были такие пупырчатые, вообще были очень плохие, мне не понравились. Пришлось брать вот эти вот гладкие. Будем салатики кушать. Взяла изюм, мне он так понравился по цвету, посмотрите, какой он янтарный, боже, я просто не смогла устоять, думаю, ну, дело хорошее, полезное, вот, немножко орешков себе взяла, но это не жареный арахис, но все равно хорошо. Немножко миндаля тоже взяла, миндаль у нас как раз таки жареный, очень вкусненько. Взяла вот такие вот филейные сосиски. Здесь упаковочка, она запаянная. Ну, очень удобно иметь в доме сосиски. Вот. И взяла еще на пробу вот такие вот сосиски. Это какие-то новые. Я еще таких не видела. Они такие, знаете, прям большие. То есть две точно не надо на порцию. И одной сосиски будет достаточно. Не знаю, что это, не пробовали. Ради интереса тоже взяла. Попробуем, какие они. Ну и молоко. Вот, так что... Вот знаете, вроде бы ничего не купила, а 320 гривен потратила. Ну это в общей сложности где-то 900 рублей. Вот, так что все. Будем разбирать посудомойку и помоем посуду и будем завтракать. Thank you.
уже после всего я разобрала посудомойку и наконец-то позавтракала. Чай, который я заваривала сразу, у меня уже подостыл, но пришлось готовить новый. Всем привет поближе, еще не виделись вот так глаза в глаза, лицо в лицо. Справилась я с кухней, но вообще на самом деле планы у меня были сегодня другие. У меня были планы разобрать обувь, перемыть, убрать, чтобы зимнюю убрать, как бы, ну, я надеюсь, что морозы не придут, хотя вчера немножечко припорошило снегом, но это буквально ночью, с утра уже практически ничего не осталось. Вот, но так как я не успеваю снова-таки, потому что в прошлый раз мы так и не помыли машину, поэтому сделаем это сегодня, чтобы Марусю закинуть тоже на соревнования, заедем, помоем машину. Вот, но так как сегодня полдня кухня у меня заняла времени, я решила, что все-таки вот эти длинные свои сапоги уберу. В них-то я точно ходить уже не буду. Сейчас хочу их начистить вот этой щеточкой, которая... Вот, но я смотрю, все равно есть места, знаете, немножко такие как бы выгоревшие. Вот не знаю, купала в этот раз вот такой вот краска-реставратор, да, для замши и нубука. Но я как-то пользовалась каким-то другим, не помню, или Салтан, или что-то такое. Но, как мне кажется, нужно это все производить на улице, потому что дома боюсь, что тут все будет потом в этой краске. Не знаю, сейчас про туру, наверное, посмотрю. А потом у нас еще Сашины замшевые, мои такие короткие тоже замшевые. И, возможно, тогда их сразу вместе, чтобы уже, если распылять, так в одном месте. Либо, знаете, мне идея пришла, может быть, их в большой пакет засунуть и в пакете распылить, чтобы оно не разлеталось. Мне очень интересно, вы когда-то пользовались вот такими вот реставраторами, красками, восстанавливали замшу? Потому что она все равно выгорает со временем. Ну, как бы выбрасывать нет смысла, сапоги хорошие. Ну, почистить почищу, но хотелось бы, знаете, немножко освежить цвет. Сегодня, наверное, этим заниматься не буду, пока просто почищу, уберу, а потом все вместе, наверное, будем реставрировать вот этой штукой. Очень интересно, не пробовала, нужно попрактиковать. А еще хотела показать, поделиться. У нас соседи, ну, соседка, да, у них мальчик постарше, где-то на 1,5 года. И так как у нас в преддверии 8 марта, они нам немножечко подсуетили такой наряд. Сейчас покажу, прямо я в шоке. Я не могу не нарадоваться, мы будем супер-супер-мега крутыми. Посмотрите, какой костюмчик, какие брючки на подтяжечках, рубашечка. Вот такая вот жилетка и даже бабочка, представляете? Единственное, у нас нет чешек, и я обнаглела, попросила у них даже чешки. Ну, нам на полчасика там выступить, знаете, бежать покупать новые. Мне кажется, мы из них вырастим, это так, раз попользовались и выбросить. А тут вот красота такой, знаете, прям настоящий мужской костюм. Они нам два варианта приносили. Это тот, который побольше был, но она думала, мы же помладше, нам поменьше подойдет. Сейчас я вам покажу. Я тут уже постирала, белая рубашечка нам, в принципе, тоже как бы подходит. Ну, думаю, раз костюм, так костюм уже. И вот такая вот футболочка тоже. Джинсики, ну, я постирала, так как мы все-таки примеряли. И вот такой вот тоже модненький пиджачок. Но нам все это мало. И знаете, что еще я столкнулась с тем, что у меня есть гладильная доска. Все это отутюжить и привести в такой праздничный вид. Но мне надо на гладильной доске, вот эта поверхность нужно менять. А у меня доска очень большая, немножечко нестандартная. Я вот сейчас в поисках сижу, мониторю, пытаюсь найти нужный вариант. Такой, чтобы, знаете, не прогадать. Потому что нельзя взять, померить, а потом вернуть. Вот, поэтому уже мерила-перемерила свою гладилку 1 050 000 раз просто. Вот, и как раз, думаю, тоже села делать заказ. У Димасика же день рождения после 8 марта-то. И нужно что-то придумать на подарок. И знаете, что я думаю... Вот этот наш стульчик для кормления. Я думаю, что все-таки нужно уже немножко от него избавляться, потому что, ну, в принципе, он сидит за ним, кушает, да. Но, мне кажется, больше нужно сейчас каких-то развивашек, чтобы он мог сидеть как в садике. А в садике он сидит хорошо за столом, не так, как дома. Чтобы мог рисовать, машинки возить свои. Поэтому такая идея, знаете, купить ему столик со стульчиками. Пошерстила пока, посмотрела, не знаю. Наверное, сделаю заказ в IKEA. Как придет быстро, не знаю, но...
Если все получится, конечно же, я с вами поделюсь. У нас в АТБ на этой неделе была акция на вот такое вот слоеное тесто, на дрожжевое слоеное. Я, конечно же, купила, потому что цена была очень-очень выгодная. И сейчас достала, думаю, пусть как раз, пока мы справимся, оно немножечко подтает, ну, разморозится. И вечерком приготовим что-нибудь вкусненькое. Думаю, девчонки будут довольны, поэтому положила. Думаю, как раз разморозится. Ну, буду собираться, потому что немножечко сегодня пошло не по плану. Думала одно, планировала одно, получилось все совсем по-другому, поэтому сейчас как раз обувь уберу и буду собираться. Ну все, с обувью разобралась. Жаль, нет у меня таких штучек, знаете, которые вот держат длинные сапоги. Ну, я вот так к стеночке их прислоняю. Ну, конечно, когда немножко влажная и вот прошлась тряпочка, они цвет так обновили, но они высохнут и все равно немножечко так, знаете, ну, слабенький черный будет, одним словом. Сейчас подсохнут, я на старое полотенце их раскладываю, потом папины нужно накремить, ну, а мои, не знаю, посмотрим, что мы будем с ними делать. Вот, пусть пока высыхают, а потом разберемся. Маша, приехали мыть машину. Я говорю, кто не хочет учиться, тот будет работать. Правильно, Маш? Да-да. Так что мы сейчас сбрызнули, сейчас запеним ее, чтобы была красивая ласточка. Это, конечно, не профессиональная мойка, но как смогли. Главное, что чистенькая. Чистенькая, намного приятнее на ней будет ездить. Все, теперь осталось стекла, зеркала понатирать, чтобы можно было ехать. Сейчас она немножко подостынет, потому что погодка все равно такая, знаете, теплая, но не совсем. Вот, и все, и на красоточке поедем, да, Маруся? Ой-ой-ой! Маша вспоминает, где ее площадка была, да? Кажется, так совсем недавно, да, Марусь? А уже так давно. А уже так давно. Все, пойдем. Перегоняй маму, побежали. Мама, перегоняй. Подожди, мама. Она смотрит сейчас все.
нас тут немножко дискотеки. Или барелакса, скажи, да? Цветотерапия у нас, да. Вот так у нас. Меняем фоны, скажи, да? Прибалдели мы. Дискотека окончена. Я так и поняла. Соня такая разноцветная пошла, да? Вкусненько. Вкуснота. Терешкин.